Приветствую вас. Как это водится, проблема ваша имеет решение, в общем-то, находящееся на довольно очевидном месте. А именно, вы говорите о том, что начинаете ждать от мужчин, значит, каких-то действий. Вы говорите, что вы начинаете ждать от мужчин, ну, каких-то шагов в свой адрес, вот, и мне, собственно, кажется, мне так вот кажется и видится, что ответ на ваш вот вопрос, он в том и заключается, чтобы понять, почему вы нуждаетесь так сильно в том, чтобы человек вам звонил, чтобы человек вам писал. То есть вот откуда у вас имеет место быть такая зависимость от человека? Вот. Мне кажется, что если вы внимательно посмотрите на свои желания, то вы увидите, что отчасти пытаетесь что-то доказать себе. Вы пытаетесь что-то себе доказать в отношениях с человеком, вы пытаетесь что-то добрать в отношениях с человеком, и очень важно, на мой взгляд, понять, что именно вы пытаетесь добрать, что конкретно вы пытаетесь добрать, чего вам не хватает, вот. То есть, понятно, что вы недолюбливаете и недооцениваете себя в этой ситуации, и понятно, что вы остро нуждаетесь в том, чтобы полюбили вас. Но тонкость, она все же немножко в другом. Тонкость в том, чтобы понять, чего не хватает именно вам. Тонкость в том, чтобы понять, какую борьбу, может быть, вы ведете. То есть, за что вы боретесь, что хотите получить. Вот. И вполне возможно, что если вы проследите за своими чувствами, если вы проследите за своими эмоциями, если вы проследите за своими желаниями, если вы проследите за
тем, как это все развивается, и, возможно, если вы проследите даже за тем, как относитесь к мужчине, которого вы выбираете для себя в качестве партнера, ну, партнера по любовным отношениям, вот, то вполне вероятно, что вам станет куда более понятна ваша позиция, которая сейчас у вас есть. То есть вполне вероятно, что вы лучше будете отдавать себе отчет, почему происходит именно так, а не иначе. Вот. Вы не больны, ни в коем случае вы не больны. Поэтому о лечении, о вашем лечении, лично я говорить не могу, потому что, ну, объективно, психологи хотя бы не занимаются тем, что именно лечат. Психологи занимаются разрешением конфликтов, разрешением противоречий внутри личности, вот. Но ситуация ваша заключается в том, что вы имеете чрезмерное значение в контексте мужчины. То есть мужчина для вас имеет чрезмерную значимость. И вот, собственно, вся тонкость и заключается в том, чтобы эту значимость поисследовать и раскрыть, чтобы вы сами знали, чего вы хотите, чтобы вы сами знали, что вам нужно. Вот. Вот, так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Если говорить о том, значит, как излечиться от этого, да, несмотря на то, что это все-таки не лечение, то мне представляется важным отметить следующую деталь. Наличие личностных смыслов, ваших собственных, наличие самооценки адекватной, ну вот, условно говоря, своей. И, безусловно, полное принятие себя. Такой, какая вы есть. Вот это мне кажется чрезмерно. Это мне кажется важным. Это мне кажется необходимым для вас. Но в целом, для начала нужно поработать с вами, чтобы понять ваши желания, чего вы хотите. Ибо любая зависимость — это все-таки про желание больше. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.